В эфире моя новая рубрика «От нех делать». Если вам действительно нех делать, то возьмите в руки трафарет, кисточку, как это сделала я. Потому что посмотрела на потолок, а там от протечек желтые пятна. Но так надоело. И все утро я, посмотрите, чем занималась. Теперь собираюсь весь потолок украсить вот такими трафаретами. Ну, а если очень нехорошо получится, то возьму валик и покрашу в какой-нибудь цвет. И в итоге лозунг дня. Если вам нех делать, то начните делать хоть что-нибудь. Пипец. Одинокая пожилая пенсионерка ищет. Вернее, не ищет на жопу приключений. Я послушала всех моих подписчиков и пошла купила новые шаблоны, валики, кисти, растворитель. Хотя он мне не нужен, потому что все краски оказались на водной основе. Но посмотрите мои покупки. Ждем новый потолок. И я жду обсиратор, как всегда. Вот это плохо, а вот это не полезно для психики. Полезно трудиться. Ну, вот так это происходит. Мне, честно говоря, кисточкой нравится больше. Сегодня я хотя бы скотч купила, а вот это уже готовенькое. А вот это ждет своего часа. А ведь какие пятна от протечки. Ничего видно не будет. Кому-то опять краска не понравится, но я вам скажу, просто в магазине другой не было. А вот что получилось из белого скучного потолка в ванной. Другое дело, можно же сидеть на унитазе теперь долго. Не хватило сил, я могла просто сойти с ума от чужого горя, и поэтому я положила заявление на стол, потому что поняла, еще немножко я залезу в петлю сама. Угу. Настолько все через меня шло, хотя мне многие телевизионные, достаточно опытные люди говорили, звонил Володя Мукусев, говорил, так нельзя, ты погибнешь, и я не верила ему. Угу. Думала, что это все ерунда, потом поняла, что погибаю, и ушла. Неполиткорректно. Пиздец нахуй, блять!